просто цветок. Очень ароматный, очень вкусный на вид. Очень приятный. Пчелы здесь просто должны водиться. Столько, сколько им требуется. Вот комары уже есть. И никто здесь не рвет этих. Ой, комаров сколько. Этих, как их называют? Вон там солнышко. А здесь травка зеленая. Конец июля. Вот пух, пуховые какие-то растения. Да, вот это вот озеро. И здесь одно озеро, второе, третье. Озеро на озере. Здесь площадь их настолько велика, что они где-то занимают половину. Ну и здесь городок, он окружен от всяких зверей, от жителей, от всего. Жилой городок.